За 4 года работы кванториума в Ульяновске его популярность среди школьников возросла настолько, что необходимо расширять площади. Сейчас занятия проходят на 6 сотнях квадратных метров, нужно 800. Подходящей площадкой по ряду критериев стал первый центр детского технического творчества. Его базу осмотрел глава региона Сергей Морозов, поддержал инициативу переезда и подчеркнул, что в новом здании перед кванториумом открывается новый горизонт. Мы бы тогда, наверное, сюда имели возможность завести в том числе и большое и региональное, и федеральное финансирование. Потому что вот по большому счету, вот то, что мы сейчас видим, должно быть во всех помещениях здесь, чтобы они здесь, я не знаю, там симуляторы поставили, там, может быть, там какие-то роботы техникой занимались, там, может быть, какими-то другими вещами. Я, насколько понимаю, это сейчас очень востребовано у ребят. Обучение в кванториумах ведется сразу по ряду направлений. Биоквантум, наноквантум, информационные технологии, робототехника, аэроквантум и хай-тек-цех. Надеемся, что благодаря увеличению еще раз площади мы сможем увеличить и количество своих образовательных направлений, и, возможно, увеличить численность групп или, может быть, какие-то дополнительные критерии, которые мы сможем ввести для количества наших обучающихся. Переезд кванториума на площадку Центра технического творчества также позволит объединить знания и опыт педагогов.